утро в деревне, все стабильно. Понедельник, 3 января, 7.07. Продолжаю войну со снегом. Решил сначала почистить, а потом уже пойду кормить, наверное. Ну, это просто даже пройти невозможно. Вот, понимаете, вот машина, да, сколько она в снегу. То есть вечером мы вчера ездили, и вот опять вот столько снега. Ну, что делать? Будем продолжать чистить. Вариантов у нас нет. Никакие ни ЖКХ, ничего нас тут не спасут. Только руками и трудолюбием. Больше никак. Ну и так вот на понимание для тех, кто хочет жить за городом. 35 минут понадобилось, чтобы расчистить, получается, вот здесь вот эту площадку под парковку. И здесь вот эту площадку под парковку. Без перерывов, без перекуров, без всяких. Да, летешь? Сейчас надо будет еще к зимней теплице хотя бы тропинку прочистить и на ферму. Но это уже так, легкотня. Самое сложное это здесь, потому что за забор приходится кидать. Ну и здесь тоже вот до дороги прочистить. Вообще не чистят нас. Не чистят нас вообще дороги. Не чистят. Да, Летюш? Кому мы тут нужны-то в своей деревне? Ладно, пошли дальше работать. Помощница моя. На хозяйстве всю работу сделал. Время 8 часов, в принципе, недолго. Сегодня без приключений, без происшествий. Все хорошо, все замечательно. Решил, в общем, я сразу сейчас пойти и закончить войну со снегом. Я планировал вчера теплицы почистить. Сейчас, конечно, темно, но в любом случае уже что-то можно делать. Быстренько почищу и уже пойду домой. А, да, и забыл собаку покормить. Пойдем покормим. Ничего, наверное, вам не видно, но очередную битву со снегом одержал Сережа. Ползу по сугробам домой. О, полные сапоги снега. Я как бы не был готов к таким мероприятиям с утра пораньше. Ужас. Все в снегуче. В одних штанах. Ах, все туда, в сапоги. Все, бегом домой. Переодеваться. Вся камера сырая. Завтракать. Всем доброе утро. Это такой утренний, даже не знаю, кроссфит, наверное, и заверят. Сегодня к нам приедут гости, поэтому я достал две курочки, замариновал их. Сейчас вот принес сюда, чтобы пораньше все это дело, шашлычок настоялся. Наверное, даже холодильник уберем. Есть ли у нас здесь место? Дома быстренько сейчас генеральная уборочка. Вот так аккуратненько. Помыть, прибраться и все. Приготовить и гостей встречать. Уборка? Маш, ты любишь прибираться? Да. Молодец. Лобайчик. Короче, на мусорку сгоняй. Ну, это так, заодно, попутно. Вообще нужно съездить в магазин, кое-что опять прикупить. Что гости приедут, гости приедут. Надо что-то вкусненькое, да, готовить. Вкусненькое будем готовить. Сегодня ты будешь доедать у меня, что там на остатке осталось. Последний две курицы. Ничего не рассказывал. Курица кончилась, все кончилось. Все кончилось, вообще все кончилось. Люди звонят, курицу надо. Нету, все. Сегодня стали на шашлык, последние две будем сами есть. Косточки всякие суповые. У нас ближайшая курица будет в начале марта, получается. Вот так вот. Пока будем. Не, у нас есть говядина немножко, себе оставлю. Да, будем ждать. Ну что ты трешься-то? Что такое? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты скажи. Я же не понимаю, скажи. Погладить она? Морда такая, погладить. Смотрите в деревне. Тишина. Спят все еще. Время. Сколько? 10:30. Все спят. Чего вот все спят? Вышли бы, снег почистили. Не знаю, проедем мы не. Ну, конечно, мы проедем. Уже не первый раз, но так дорога. Вот, смотрите сами. Это тут только на этих, на санях кататься, на лошадях. Что, выходные? У всех выходные. У подрядчиков выходные. Ты что вышла? Чистить дорогу. Я тебе разрешил выходить? Какая деловая колбаса. Не ломай машину. Все колеса у меня в снегу, оказывается. Сейчас по деревне вот проехался. А потом это все намерзнет. А потом по трассе ехать. Есть. Это не очень хорошо.
Надо это сейчас все почистить. Ох, снег это сколько, вон люди вон сами борются со снегом, вручную все чистят. Техники нету, никого нет. Вот так вот мы немножко тут затарились, магазин. Все, едем домой. Тишина в деревне, никого нет. Спят все еще спят. Замело все снегом, ну ничего страшного. Сейчас будем растапливать очаг. Не знаю, что, решил очаги сегодня все приготовить не здесь, в мангале, а на очаге. Так проще будет. Сейчас растопим, пусть горит. Дров-то у нас хватает в деревне, проблем с этим нету. Очаг растопился, закрываем. Сейчас пока все прогорит, как раз гости приедут, можно будет мяско жарить. Так, уже сюда. Пойдем почистим каток, посмотрим, что там с катком у нас. Почистил я каток. Вот после вчерашней заливки, с вчерашнего снегопада, в каком он шикарном состоянии. Скользит обалденно. Да, Летюш? Смотрите, как скользит. Мартышкин труд получился. Ну ничего, все равно мы добьемся, что здесь будет все хорошо. Дырки как раз вот надо будет подзаделать. Ну, пойдем тогда горку тогда подправим, пока время у нас есть до гостей. Пойдем? Сейчас горочку еще посмотрим. Подкорректировал немножко горку. Вот уже что-то начинает формироваться лучше. Но еще есть над чем поработать, конечно. Короче, задача такая, чтобы... Сюда скатываешься, еще вот как-то надо вот тут поворот, так вот, и вниз туда. Оттуда выходишь и по кругу сюда снова. Ну хотя бы вот эту сделай, там уже дальше потом этот поворотик такой, тюк. Угу. Кстати, мне, знаете, что сказали? Люди ездили у нас типа в Перми, там как-то эспланада называется, где там ледяные горки, всякая такая. Приколюха для детей. Приезжаешь, поднимаешься на горку, вместо того, чтобы спуститься с горки, с другой стороны тоже лесенки. Сейчас в Перми придумали какую-то сертификацию для горок. У кого нет сертификата, тот, соответственно, не может строить горку. Представляете? Обалдеть. Детям весь кайф обломали. Ужас какой-то. Поэтому я убежден, что это было правильное решение, что, ну, что мы делаем сейчас горку дома у себя. Погреться немножко. Дома полным ходом идет готовка. Что-то тут готовится, шанишки вот постряпали. Картофель. Я вот уже дегустирую. Да, вкуснятина. Ну что? Это чисто уральское такое блюдо. Картофельная шанька. Мы вот так вот раз и плавно перешли в 4 января. Время 11 часов, я опять стою тут шашлычничать собираюсь. Сегодня в гости приедет мама. Пока ее нету. Значит, камера запотеет, не запотеет. Вроде не потеет, успели. Смотрите, хотел показать. Вот запустил водоснабжение сюда, в тепличку. Маша говорит, что уже поливать надо. Сколько тут, наверное, неделю ничего не поливалось. Вот леечки уже набрал. Вода, получается, заходит сначала в летнюю кухню, а потом с летней кухни вот сюда. И вот такой вот тут кран. Так что время мы зря не теряем, хоть и отдыхаем. Вчера к нам приезжали гости. Время пролетело вот так вот, тык, и день закончился. Ничего я снимать, конечно, не стал. Сейчас вам огонь снимаю. Потому что не все хотят быть публичными людьми. А сегодня, не знаю, может поснимаю. Мама как приедет. Мама, мы увидели. Знаете. Сейчас скоро буду шашлык жарить. Пока дрова жгу. Угли добываю. Вот ваша любимая Летиция Каста. Летиция Каста? Вообще какая-то она. Вредная стала. Да, Лити? Не? Ха-ха. Собака. Доброе утро, страна. Сегодня у нас уже 5 января. Фух, по хозяйству вся работа сделана. Время летит незаметно, особенно когда приезжают гости.
И вроде бы как бы поснимать что-то вам надо, но в то же время практически ничего не делаем. Там ходим, гуляем, там, ну, я не знаю, баня, лыжи. Просто какие-то игры, развлечения. И ничего не снимается. Поэтому давайте уж на этом сегодня с вами попрощаемся. Ну, завтра, послезавтра. Ну, сегодня у нас опять гости приезжают. Потом уж я уж не знаю, уже устал немножко от гостей, но в хорошем смысле, что как бы это. Все это классно, но не могу для вас ничего снимать. Все, всем спасибо за внимание. Удачи, скоро увидимся. Пока-пока.